Девчонки, привет! Раньше мы, когда имели несколько страничек ВКонтакте, мы сидели через приложение Polyglot, либо через приложение Kate Mobile. Вот у меня сейчас две странички, одна личный бренд и вторая рабочая. И я уже хотела Kate Mobile скачать, как раньше. И вот это моя основная страничка. Я выхожу из этой странички, я решила выйти и зайти на свою рабочую, ну, не качая Kate Mobile. Выхожу, и у меня здесь, что интересно, вышла сначала страничка мужа. Вот, Рустам написано. Я думаю, ну попробую, нажала, галочкой выделила, еще раз нажала, и я зашла к нему на страничку. То есть, понимаете, да, не нужно качать никаких других приложений. Можно, в принципе, в одном приложении работать и переходить с одного аккаунта на другой. Ну и все, я зашла, нажала снизу «Войти в другой аккаунт», вбила логин, пароль на своей рабочей страничке, у меня появилась вот третья, видите, Лилия. На нее нажимаю, продолжить как Лилия нажимаю. И все, и я захожу на свою рабочую страничку. То есть, это очень-очень удобно. Не обязательно, так скажем, не обязательно качать какие-то другие сторонние приложения. Опять поработал, вышел и зашел. Единственное, я не знаю, сколько можно здесь привязывать страничек. Вот, если у кого-то больше, попробуйте, посмотрим. Возможно, больше можно сюда прикреплять.